Жители Нью-Йорка получили неожиданный подарок от Канье Уэста. Знаменитый музыкант, продюсер, а теперь еще и модельер представил в городе свою новую коллекцию одежды. Для презентации Уэст выбрал довольно необычное место. Это остров Рузвельта, район возле Манхэттена, площадью меньше квадратного километра. Само шоу тоже прошло довольно нестандартно. Большинство моделей полчаса стояли неподвижно, а затем просто взяли и разошлись. Но вот никаких сюрпризов тем, кто следит за творчеством Уэста, этот кутюрье не преподнес. В новой коллекции, как и в старых, преобладают два цвета – телесный и черный. Не изменился и сам фасон одежды. Некоторые критики уже сравнивают вот эту одежду с теми нарядами, в которые облачаются бездомные. Ну а в целом семейство Кардашьян широко представлено на неделе моды в Нью-Йорке. Сразу после шоу Канье Уэста свою коллекцию показали сестры Кендалл и Кайли Дженнер. Их творения, конечно, можно смело назвать гораздо более женственными. Кстати, 19-летняя Кайли скоро сама выйдет на подиум, чтобы представить и свою коллекцию вещи других дизайнеров. Мы научились работать друг с другом еще лучше. В каждой новой коллекции мы учимся, мы осваиваем новые ткани и узоры. Это очень круто. Мы узнали так много нового.